Всем привет, меня зовут Саша, и вы на моем канале. Сегодня я подготовила растяжку на 15 минут для всего тела. Этот комплекс подойдет как самостоятельный, как зарядка утром, и, конечно же, после своей тренировки можно выполнить этот комплекс для расслабления и восстановления организма. И мы с вами начнем сразу с положения сидя на пятках. Будем тянуться руками вверх, растягивать боковые линии, растягивать ноги. Сегодня комплекс очень и простой, и сложный одновременно. Итак, легкий вдох, поднимаем руки наверх. На выдохе опускаем правую руку, слегка оттолкнитесь ей от коврика и потянитесь больше за левой рукой, натягивая всю боковую линию. Вдох наверху, на выдохе в другую сторону. Тянемся. Так. Итак, сделаем вдох, поднимем руки наверх и на выдохе, опуская правую руку, оттолкнитесь ей от коврика и потянитесь больше за левой рукой, почувствуйте всю боковую линию слева. На вдохе вверх и на выдохе в другую сторону. Тоже не забываем чуть оттолкнуться от коврика и потянуться вверх. Вдох. Выдох вправо. Вдох наверх. И выдох влево. Хорошо, еще вдох. Вправо. Вдох наверх. И выдох влево. Прекрасно. Мы с вами наклоняемся, рисуем полукруг рукой правой. Повторяем левой. И открываемся вверх. Вдох. И на выдохе снова рисуем такой полукруг двумя руками. И вдох вверх. Спина круглая. Тяните таз назад, копчик назад, а руками тянемся вперед. Вдох, открываемся. Выдох. Оттолкнуться от коврика. Вдох. И выдох. И еще один вдох. Выдох. Открываемся. Вдох. И на выдохе останемся в центре, через круглую спину поднимаемся вверх, я развернусь только вдоль коврика, и таз назад, выдох, садимся вниз, вдох. Круглая спина, копчик подкручен, мое одно из любимых упражнений для подвижности спины, для улучшения мобильности всех суставов тела. Растягиваем коврик руками, выдох наверх. Вдох и на выдохе назад, тазом волной садимся за костями таза, за поясницей. Повторяются все движения во всех отделах позвоночника. И еще один раз. И таз, от движения от таза назад, когда мы с вами садимся. Хорошо, последний раз. Вдох и на выдохе садимся. Прекрасно. Через круглую спину поднимаемся вверх на колени. Правую ногу мы с вами оставим на колени. Левую уберем в сторону. Сделаем вдох, руки в стороны. И на выдохе, опускаясь на правую, накрываем себя снова сверху левой рукой. Поднимаемся вверх очень медленно, без рывка, плавно. Вдох. И на выдохе снова опускаемся вниз, кисть под плечом, тянем левую в диагональ, натягиваем всю боковую линию. За левой рукой не спешите, без рывков. Вдох, и на выдохе опускаемся вниз. Прекрасно. Сейчас мы с вами поднимемся только на пальцы руки, не заваливайтесь, пожалуйста, на них. Поднимаем левую ногу, сгибаем в колени и пятку прижимаем к ягодице. Чувствуем, таз толкаем вперед, чувствуем натяжение передней поверхности бедра. Угу. Хорошо. И медленно, медленно, медленно отпускаем ногу вниз. Ставим в опору, разворачиваем стопу, сгибаем ногу в колени, у нас стопа на линии с коленом остается. И мы с вами сгибаем, разгибаем левую ногу. Вдох, тазом проваливаемся вниз. Выдох. Чувствуем растяжение внутренней поверхности бедра. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Добавляем руки. Вдох. На выдохе, когда мы выпрямляем ногу, сокращаем стопу на себя. Можно руку опустить на голень, можно достать до носка. И снова возвращаемся. Вдох, сгибаем. И на выдохе
Опускаемся. Стопа на себя. Вдох. Выдох. И еще один. Вдох. Плечи опущены. Выдох. Прекрасно. Делаем вдох на выдохе. Опускаемся вниз. Левая согнута. Ставим левую руку перед стопой. Правая наверх. Плечом толкаем колено и чувствуем растяжение внутренней поверхности. И верхнюю, да, правую руку мы убираем за спину. Пальчиками можно, я думаю, видно, зацепиться за бедро. Раскрыть грудную клетку, потянуться грудиной вперед и немножко подержать, буквально до 10 секунд. Отлично, мы медленно достаем руку, возвращаем ее вверх, поднимаемся всем телом и меняем ноги. Точка опоры на левое колено, правая стопа на себя, на одной линии с коленом, вдох. И на выдохе мы опускаемся влево, накрываем себе рукой сверху, чувствуем боковую линию. Медленно за рукой поднимаемся вверх, вдох. И на выдохе снова накрыть себя рукой. Хорошо, еще вдох. Выдох. Отлично. Последний раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Мы с вами поднимаемся вверх и на три пальца, да, или на пальчики руки. Старайтесь весь тело перенести на колено, чтобы пальцем было не больно. Поднимаем ногу вверх, сгибаем в колени, таз подталкиваем вперед, а пятку к ягодице. И чувствуем растяжение передней поверхности бедра. Тоже здесь недолго держим, сохраняем равновесие, стараемся не падать. Угу. Отпускаем медленно нашу стопу, ставим в опору корпус наверх, разворачиваем стопу вдоль коврика, вдох садимся, на выдохе выпрямляем. Еще вдох, все очень плавно, в своей амплитуде, выдох, вдох. Выдох, добавим руки, садимся, спина прямая, вдох. А когда выпрямляем ногу, сокращаем стопу на себя, выдох, потянуться. Вдох, вниз всем телом, таз внизу. И на выдохе наклониться. И еще вдох, плечи вниз, выдох. И последний раз вдох. И выдох. Хорошо, мы с вами сгибаем ногу в колени. Правая рука становится перед стопой. Плечом упираемся в колено. Его немножечко отодвиньте назад. Чувствуем растяжение внутренней поверхности бедра. И убираем левую руку за спину пальчиками. Пытаемся зацепиться за бедро. Если не получается, ничего страшного. Просто положите на спину руку. Плечи раскрыты. Тянем грудину вперед. Таз вниз, держим. Прекрасно. 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем руку. Плавно, медленно, не спешим. И выпрямляем ногу. Отлично. Вдоль коврика, пожалуйста, располагаемся. Садимся на ягодицы, выносим ноги вперед. Угу. И нам нужно с вами поставить руки назад. Угу. Сократить стопы на себя и сделать круговые вращения стопами. Мобильность голеностопного сустава тоже важна, особенно в приседаниях, когда нужна определенная амплитуда в приседаниях для работы нужных, так скажем, мышц. И в обратную сторону точно так же. Хорошо, мы с вами сгибаем правую ногу в колени, стопу разворачиваем ко внутренней поверхности, колено в сторону, выравниваемся в спине. Удлиненным позвоночником опускаемся вниз, животом на бедро, грудиной вперед к колену. Поднимаем корпус, вдох, меняем ноги и на выдохе тоже в другую сторону, да, то есть к другой ноге наклоняемся. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох. Вдох, выдох. Прекрасно.
Вдох, на выдохе останемся в наклоне к прямой ноге. Остаемся, держим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Через круглую спину поднимаемся вверх, меняем ноги. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Через круглую спину поднимаемся вверх. Согните, пожалуйста, обе ноги. Ставим шире таза. Руки в опоре сзади. Начинаем перекатываться. Тянуться одним коленом вперед. Второе кладем на коврик. И меняем. То же самое. Тянитесь через бедро коленом вперед. Руки на месте стоят. Угу. Хорошо, продолжаем тянуться. Чувствуется и разворот в плечевых суставах тоже. Расслабляется в этом упражнении очень хорошо поясница, расслабляется. Отлично. И работа мягкая, не интенсивная над тазобедренными суставами. Хорошо, еще один раз. Отлично. Выравниваем спину, делаем вдох макушкой наверх и на выдохе уходим назад, прокручиваем таз назад, копчиком тянемся назад, вниз к коврику, круглой спиной. Снова растем, помогаем себе руками, вдох и на выдохе круглой-круглой спиной. И еще вдох, выдох. Прекрасно. Поднимаемся вверх, вес тела на ноги, встаем в наклон вперед, стоя, стопы параллельно. Попробуйте просто повиснуть туловищем на своих ногах. Руки скрещиваем предплечье на предплечье, они у нас висят. Ноги можно немножко присогнуть в коленях, если чувствуете, что очень сильно тянет под коленями. И мы с вами раскачиваемся к правой ноге. И к левой ноге, как будто деревья на ветру, да, раскачиваются медленно, плавно. То на правую ногу мы с вами переносим вес тела чуть больше, то на левую ногу. А все тело свободно свисает вниз, как будто через перекладину висим. Подвигайте головой, шею. Убедитесь, что шея полностью расслаблена. А голова висит как будто на нитке, грузик такой. Хорошо, мы с вами медленно, плавно останавливаемся посерединке, еще буквально вдох-выдох, остаемся в наклоне. Хорошо, отпускаем руки вниз, колени смягчаем, делаем вдох, резко не встаем, очень плавно, медленно, с сильными ногами. Отталкиваемся от коврика, растем вверх, позвонок за позвонком, очень медленно, не спешите, потому что может закружиться голова. Позвонок за позвонком раскручиваемся, голова последняя, шея и голова. Отлично, легкий вдох, две руки вверх, выдох, отпускаем руки вниз, вправо-влево, головой подвигайте, проверьте, все ли у нас с вами потянулось и расслабилось. Вдох вверх и отпускаем руки вниз. И еще один раз вдох и опускаем вниз, выдох. На этом все, спасибо вам большое за тренировку. Я надеюсь, что вам понравилось. Благодарите или наоборот, если что-то не понравилось, пишите в комментариях. Если у вас остаются вопросы, тоже пишите в комментариях, я все читаю, стараюсь всем отвечать. Если вы не подписаны на мой канал, подписываемся и ставим лайк. Все, всем пока, увидимся на следующей тренировке.